Всем огромный привет! Я сегодня нахожусь в магазине Leroy Merlin. Хочу пройти по всем отделам и посмотреть, что же появилось новенького и показать вам. По 497 рублей увидела вот такие классные фотосеты для фотографий. Они с прищепками, изготовлены они из дерева. Это, кстати, ясен. Они стоят 497 рублей. Дизайнов очень много, они все разные, классные. Мне очень понравились. Новенькие часы появились настенные, называются они Оперон, диаметром 30 см, состав металл. Кстати, у них встроенный есть термометр и гигрометр, цена 1374 рубля, производство Китай. А это настенные часы в виде бобины, раньше были, помню, проигрыватели такие катушечные, и вот были такие бобины. Диаметр 30 см, цена 354 рубля, производитель Китай. Увидела очень прикольную люстру, посмотрите, как она красиво смотрится. На кольце сидит птичка, люстра на одну лампочку, так она выглядит поближе. Цена 2087 рублей. Эта люстра в стиле лофт, она такого выраженного черного цвета, очень тоже изящно смотрится. Площадь освещения до 15 квадратных метров, цена 1368 рублей. Еще одна новиночка, посмотрите, какая красивая люстра, трехрожковая, цена 3534 рубля, у нее очень красивые плафоны, такие зеркальные, затемненные, вообще люстра очень красивая. Еще один вариант потолочной люстры, 1071 она стоит, говорят, что это сейчас очень модно, как вам нравится такой вариант? В наличии есть вот такие карнизы раздвижные, они есть однорядные и двухрядные, состав металл. На выбор по цвету они есть белый, хром, бронза и венге. И здесь вот они уже двухрядные стоят, упаковочки все упакованы. Однорядный карниз раздвигается от 160 см до 320. В комплект входит одна направляющая раздвижная, две штуки наконечники заглушки, три держателя, 30 штук колец с крючками и 6 штук дюбель гвоздей. Такой однорядный карниз стоит 828 рублей. Двухрядный карниз тоже также раздвигается до такой же длины, и состав комплекта у него в два раза больше все, ну просто умножается на 2. Цена двухрядного карниза 1260 рублей. Новинка, рулонная штора мандала, цвет молочный, размер 40 на 170. Посмотрите, какая красивая ткань, такая плотная, очень классно смотрятся они. 454 рубля. Штора размером 50 на 170 будет стоить 543 рубля, 60 на 1,70 метр 627 рублей. 70 на 160 будет стоить 717 и 80 на 170 791. Для рулонных штор есть еще и декоративный короб, он стоит 271 рубль. Смотрите, еще есть какая новинка, это новые галеты поступили, очень классные, красивые, они по 335 рублей, размером 40 на 40, они на молнии, чехол можно снимать и стирать, имеются с двух сторон завязочки, качество очень хорошее. Так, состав ткани 100% полиэстер, а наполнитель полиэфирное волокно Холкон, производитель Россия, Ивановская область. Галеты такого же вида есть еще и потоньше, эти прям вот совсем тоненькие, они тоже очень круто смотрятся. Также расцветка в трех видах, бежевый, серый и молочный. Размер 38 на 40, 276 рублей цена. Вот так они выглядят поближе. С обратной стороны просто плотная ткань. Все обделано, также имеются завязочки. По составу все тоже так же, состав полиэстера и полиэфирное волокно. Появились новые боксы формата А4 на 3 ящика. Так они выглядят. Ящики очень легко выдвигаются. Прям вообще замечательно. Так, размер 26 на 36,8 на 26,5. Состав полипропилен. Производитель Будпласт, город Москва. Цена 726 рублей. Новые появились корзины для белья Экостиль на 46 литров, они 640 рублей. Вот так она выглядит поближе. Серия плетения. Давайте откроем крышку. У самой корзины по бокам имеются ручки.
Здесь очень много интерьерных наклеек с эффектом 3D. Посмотрите, прям как реалистично смотрятся вот эти бабочки. Они прям так, такие выпуклые. Это еще и с декором они, вон, видите, блестят у них. Такие бриллиантики, скажем так. Есть белого и черного цвета. Под любой интерьер, мне кажется, они подойдут. Цена 370 рублей. А также есть вот такой детской тематики, тоже 3D наклеечки с котятками. 270 рублей. И есть вот такие морские жители. Наклейки все очень яркие, я думаю, детям прям самое то. А здесь вот можно увидеть как раз, какие они есть в наличии. Есть варианты как для девочек, так и для мальчиков. Подобрав расположение рисунка на чистую сухую поверхность, гладкую нужно удалить защитную бумагу и просто приклеить. Шторы на шторной ленте, геометрия, размером 2 метра на 2,80. Цвета, как видите, в ассортименте. Цена 1615 рублей. В упаковке одна штора. В упаковочке вот так она сложена. На замочке все очень аккуратно. Состав 100% полиэстер, производитель Китай. Ковры круглые появились коллекции Рибера размером 80 на 80 сантиметров. Расцветочка, посмотрите, есть прям разные цвета, такие прям классные, очень нежные. А вон, смотрите, еще серенькие есть. Так, Рибера, состав 100% полиэстер, сделаны эти ковры в Турции, цена 1350 рублей. Ковер Дарго, размером 80 на 120 сантиметров, изготовитель России, Ростов-на-Дону, состав ворса 100% полиэстер, основа 100% джут. Стоит такой ковер сейчас 464 рубля. А это ковры Феникс. Они такие прям гладкие, практически без ворса. Видите, какой у него ворс низкий. Расцветка есть разная, черный, серый. Вообще расцветка очень красивая у этих ковров. Она здесь разная. Ковры очень тяжелые. Размер ковра 80 на 150 сантиметров. Состав 100% полипропилен. Изготовлены они в Бельгии. Вот так-то. Очень хорошо они сделаны. Цена ковров 1666 рублей. Бельгийские ковры есть еще и вот такие. Они называются Инди. Размером 120 на 170. Очень интересно, смотрите, они вытканы. Прям классные такие ковры. Между прочим, вот эти все ковры, они очень-очень тяжелые. Состав 100% полиэстер. И рекомендация от производителя. Его нужно регулярно пылесосить. И в случае сильного загрязнения использовать влажную уборку или химчистку. Цена такого ковра 3410. Еще одна новиночка. Это корзиночки с ручками. Корзинки тканевые. Вот так они выглядят. Называются они Home. Так, размер, сейчас посмотрим, здесь вот, наверное, на ярлычке есть. Размер 28 на 18 на 14 сантиметров, состав хлопок, полиэстер и металл. Производитель Китай. Корзинки они с подкладкой, очень хорошо сшиты, цена 462 рубля. Такие корзины есть немного больше размером, 32 на 23 на 16 сантиметров, цена 534 рубля. А вот эти вот наоборот маленькие, они 24 на 15 и на 12, цена 427 рублей. А эти вот корзиночки немного другим дизайном, они уже с сердечком. Эти, конечно, немножко понежнее так сделаны, они тоже тканевые, с подкладкой. Очень красивые корзиночки. Размер 28 на 18 на 12, в составе тоже самый хлопок, полиэстер и металл. Ну, красиво сделано, красиво. 427 рублей стоит такая. Есть немного побольше, 462 рубля. И прям совсем большая, 534 рубля. В организации хранения давно не было новинок, а тут аж две. Вот эти корзины я тоже раньше не видела. Скорее всего, это тоже новинка. Очень красивые цвета. Смотрите, они очень классно вписываются в стеллажи. Корзинки с дырочками, с крышками. 488 рублей стоит такая корзина. Объемом 21 литр.
В наличии есть 4 цвета: белый, розовый, серый и синий. Цвета такие красивые. На сегодня у меня все. Я очень надеюсь, что мой обзор вам понравился. Если понравился, то обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока!